Друзья, всем огромный привет! Сегодня сделаем с вами супер клей. В этой баночке у меня налито 2 столовые ложки обычной питьевой воды. Сейчас мы ее разогреем при помощи строительного фена. Берем обычный уксус 70% и добавляем 1 столовую ложку. Перемешиваем. Добавляем желатин 10 граммов, это целая пачка. И также хорошо перемешиваем. И берем обычный самый простой глицерин. Добавляем 0,5 столовой ложки. И все это дело хорошо перемешиваем до однородной массы. Ну, давайте, конечно же, его протестим и посмотрим, на что он способен. Правда ли он настолько хорош? Возьмем 2 деревяшки. И придавим их между собой. Возьму струбцинку и струбцинкой зажму. Также возьмем оргстекло. И склеим между собой. Ну, давайте попробуем наждачную бумагу между наждачной бумагой склеить. Вот тут, то есть ткань с тканью. Потому что внешняя сторона здесь тканевая. И оставим это прямо вот так вот, не зажимая струбцинкой. Клей вот этот можно хранить плотно закрытый. Вон, видите, уже стал прозрачненьким. После того, как хорошо перемешался, просто еще парит. Можно задержать в закрытой таре. Наждачную бумагу тоже решил я все-таки сжать струбцинкой. Пускай так будет честно. И оставляем это вот так вот высыхать. Оставим на часик. Клей вот на пальцы попал. Клеит хорошо. Конечно, не как покупной. Но, тем не менее, прям. Видите, клей прям практически прозрачный. Так, друзья, у нас прошло чуть больше часа. Давайте посмотрим, что же получилось. Клей вот так в итоге застывает. Ну, его достаточно будет разогреть и держать в закрытой таре. И он, его можно использовать второй раз. Так, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Ну, на разрыв держит хорошо вот так вот, да, если? Угу. Подцепиться-то. А, ну, видите, отрывается как. То есть клей держит хорошо, отрывается ткань. Давайте деревяшку. Вот. Ну, слушайте, крепко держится. Ну, вот даже пес мой пришел посмотреть, что же тут творится. Как видите, прям достойно. Ни хрена себе. Не ожидал. Во! Вообще, я не ожидал, что так будет клеить хорошо. Смотрите, как оторвался. То есть клей сам. Прям супер клей получился. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот короткий выпуск. Клей, я на мое удивление, получился очень крепким. Я прям сам, честно, не ожидал. Но результатом я, конечно же, доволен. Если вы не видели такой клей, то палец вверх. Если тоже, если видели, обязательно пишите в комментарии, как вы относитесь к такому клею. Я всего лишь показал, это не мое изобретение, а показал вам, может, вы не видели. И проэкспериментировал сам. Вот. Хочу сказать вам огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. С наступившими и наступающими праздниками вас. Всего самого вам хорошего. Самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Ну, а сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.